Зерашима с телехопшца. Усура ясно, то этап с телехопшра. Пресс-центр. Яха, а пресс-конференция, чахазара, квартак, кайту, этап с накатан хамия министр, Амиран Какалия. Амиран Георгий Пабзила Шабей. Зерашима за. А карьепсус коллега, то этап упам топшаны, яха, шахим, яхаца, сбзила Шабей, то сейчас. Амиран Георгий Памуш, как раб хаимя в каз Россельхоз центра хатарных сфер и шейпулара рылка куага цо халагар стахоп ехет беха пресс-конференция. Я сбхагуа то аусмеб гад куарха циркра анбаш куйто хабхила бе планку шерза откалар стахоп. Казнык гим шубзе ква хатыр скулана взе рашима за дадихая лаху хайкушера пресс-конференция. Ажа хвара саланган за таурух сфарт стахоп. Ноябрь и жижба азахана, юнизки вяшук с азахана, абснахунткара хады, Урослотве Федерация хады, айкуша рыман шача, Урослотве Федерация. Убра айкула за заарака, ирылан, акатан хаме заара, убри и накурцакна, дегабр в барзахана, юнизки вяшук с азахана, хараб херахавит, Урасплыла кытан хамя министрах. Пеза министр баган бы Валерий Рамщеху и па сицны убрак ахцей. Хахниз заарав кахара яхдырван хазла шавюз. Избан заруи Путин ад царитет. Брахин би апсва аганы ргуицхо ико патрушев хондау министр айхабы. Оги чатсияла газёб. Абра апсва хатарнак чашхир пхани ажуга, ргуиц ху ику обас и тэвш цаах андрихан, убра ику шара дуд захама. Аз заарака ику гылаз рдэйсэнге, ей бахваз хара. Абриза та гылаз ашин хау, апыза министр ица гинарт баана, барта хуаа куир тэгэна, аз заараку куир гылай. Абда мармалташ хуник уи проблема дуд зана, араб снишуку дарир дуру, чарешив дурус юниски фиашук сазахан. Урасланд би хатарнак чая зара пснахунткар амадзуракуа, кытан хамя министр абхи вергылана, и мачим куна джаба арбит. А ну и сэна сараку ику харгылаз, убоси пшиха зубри адаги, сараку харгылайб, а кытан хамя чо, шареши вдюрой пшу пэхет бяшук сухо зухонна, анхачар зухонна бра социалт экономика а программа куна рукуршена, Абахча Куречка Аречен, убри Атаурых Абас Ишуку, наша программа Ишахо Зала, абри Тахан Эйнахалаг, Хышукса Хошукса, абри Ахацгыла Разухана, Анхатша Парарова, Ураспыла Аязоурижва, Абас Ивша программа Ан, а программа Шаангула, а Паразоужира Шаангула, абри Зара Кургыла. Анэйсен Харай Тахыш Тахыта Зара, Арасай Адхуаланы, Апсына еще вдервайпши, даарадзе анхатшуа рубамци, яхарак мрагыларапи ахархарта, вага таатшуа венизки генерайханы, рхызлану кургу, яхарадзек, ртаатшуа зынары зылану кургу, арасаял рхоб, убри, ирыстам галади цепхы вдервай, цепхатшуаге, араса абжисраялаги. Дарачи дарасиху убрёб, я с гуом тарзал шум, а бриараса, а специалист фишерхуала, а потом я прихага хазмам за рачакухан. И шитца ахазал абрижи, а бриараса, а потом я ара прихага нам тадзит, а чем за рукороб, я харага, чем за рукохазаз, уи, ой, харей шахдыру, а я ахгозар, а кукбаат чем за рахуникоб, а бас араса я джаблот, яр чем за нас, а гуд фиталана, а хоча, а гуд шафот, у языков, нас мучниста расахуня, у бриги прохагу, пшихка к ней убира. А жакал, Амиран Георгий Пабзила. Это зара как харглит. Яра проблема, что кухтырвот. Ацбара ханбалагу. Ацбара хифяс вот сара. У бриянеюся на этах, у вичтар яшук сазухан, жиби жинвара зухане, этах у Руслаа, Москва, катанхами министрах, хцет. Хахнез, этах айтвавера халаган, еще кхархед уси мариадза мари программа еще кругор из бензер рейрет фена специалист фад галаду раюджи идут сбала из галаду мария хунт карат абе садцакама не коп а проблема расшоп я рауядаги ария
бти расе мамзерги чоки редаги, ица гикопа апсне хапа апальма кой винский фицер он за хама борта иргулал это аху ахуача гулалан акцаре ялагит, это пальма кой гулауи дараза это как возможно и дубь, радзе, радзе, ярпшцот, ярпшцот, какачут, это сапсны, лбуси, пша, опаса пальма кора, ари субтропи, как бы, цвехача хао бхара, обрезах, она, ари арака, яра ропи ахива, нас урспыла жида, нас рах, яха, ако апа, хапси, шоку, апши, ипшцо, обриге, уйги, чима зароб. У ядыги, гвастерси, с гвастерчистах обрёб, апсабара, ачмаз вихаречуб, ари отгладуп, ари отсхратуп, из бензаря ахакуршана, абри апсва ахаразны злана, бус хоцвет, абри дунет имя хысва, имя пысва, атагыла за аши, кайбашра куцот, а бомба кут отсвет, джера карыжвет, джера штыр хут, сази пшуа, баси пшуа, харги, ахава я ана газы рачвазуп, ожи ахпаба, апхедза, апхедза, тахвизцва, аха, авурску на авазу сурхун, харай хахава, нусхана министерства, на услузу мусара, Сахавазала, абта, абснигит, 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 Ишава, яра пальма идет долгоносики, властуан бьё барах ишталаз, уйги дарей рхэйта экологцва, я сгварти яшу пхай, цабргу пшори ишхазар хэйт, ари абтахану зашто уй, абагуаза дукарча, агба дудзу пахнева, хаба гону аргот, афапа аргот, картофа аргот, седри, и выпшам, агалахрат материалку на арго, бурти рыцны яйт, Картпилала и талай дара пор дудзу ку харай хамад зима близи гизи ги бахвит хайтвавит из банзар хара у растула харай айкуша хатра дудзу хабжок убри айкуша хатра ина куршвена убурта хуа акуэр тагдзана атвавира гахцет из банзар абхе зиргыла на атвавира ай либа гаара даара и куанда не атвавир хжена атвавира галазом абри абаси пши хазнейт А Миран Георгий па, от шажера ты ел каупаха, да шазнык сазыхан ферстахуп, саздара, я спеха гуашта, а усме пугат корхацар гра анбала. Харахала гехет, а усур убри, знык мгуинку, не шайта брез зара, нахара асет ахум хаку на цухун схум, хан избен зарили, ан хатфир бот, хава ажил рибот убри зухан, и абри эфир схиархуна, ханзир гуанзи назгат стахуп, Бри Хазжоус, да, Артауруска, урт, урдуней, хопшуша, чакуб, урт, иршароп, ирзароп, хара, хопа, проблема, алетхон, я разнак, хаштала, да, бри, ус, хацбароп, хан, ари гуатот, убизбан, зараб, хазиргыла, не сгуатот, убрёб, а бри, мармалташа, и уширца зухан, вот агылаца зухан, ахим якутаро. У ахим янакуталак, Хибзиру, Бабту, Швита, Хайку, Бубриза, Тагала, Заша, Абрия Бахчик, Инага, Набту, Швита, Аяда Химикат, Хунизи, что, Янаку, Талак, Игит, Акатан Хами, Яху, Ация, Куируха, Хочамаджику, Убурткин, Нарджо, Убриза, Хун, Абрия Цепхира, Загументар, Цхара, Арира, Зурустула, Нпиаргит, Имачимку, Хунизик, литра конца хтонок яргаз, абри ахуши зупурта за вайрр тедигит, и яан хазуқуб, хара ахура хазжуқуб игил, абрже ифдуру зацтахуб, яр абри абте, вот агылар цазуфана, зиграха иман шалу, псабаре пархага мауи, пархага мхонибхедзу, напала механически сбору хуни зиштоб, напала. Убри зуфана, хара, айтвавер хамаз, Пиза министр, финансовый министр, коллега, министр, куцара Рудколоп, распоряжение Кахасабала, Сен-Патпиашук, Юнинский земщик Сарзахана, напал от Пиа из Гаразахана, Зоужи, Бижмилен Капара, Апсна. Убрия Ялхуба комиссия, еще Кургопа приказ,
Харобрия комиссия, ты яла хархует, а у БЭПа у яла свечу виджа, шкваха запшуп, я хея айра нико, а комиссия квалхоп район курты, катан хамет, я хари хабатша, налацана, айма дара хамоп, акалаки район на хадатше, при ахарага бримраглад, при аганата, Амиран Ирахтап с коллегой Чалшара, старый куртир, ты вообще я разъезд бог, почему у тебя это шизнаки хазахан? Коллеги, есть вопрос? Почему у нас старка? Мадина Чагава, Апсна Пресс. Продолжение темы борьбы с вредителями. Хочу узнать, а какие, каковы перспективы урожая в этом году? Цитрусовые или ореховых насаждений? Есть ли какие-то достижения в борьбе с этим клопом? Увеличивается ли урожай? В прошлом году урожай цитрусовых был нормальным. Даже говорят, что это большое количество урожая было цитрусовых. Более 40 тысяч тонн экспортировано за территорию Республики Абхазия. Но при этом хочу вам сказать, что около 20 тысяч тонн нереализованной продукции осталось на территории Республики Абхазия. Хочу отметить, что работа, которая была проведена в 2018 году совместно с Минсельхозом Российской Федерации, послужила по борьбе с мраморным клопом, послужила вот такого рекордного количества урожая цитрусовых. Вот. Многие крестьяне задаются вопросом, а что случилось с орехом? Орех фундук заболел другими инфекционными заболеваниями. Мраморный клоп не столько нанес ущерба. Почему? Потому что нам не были известны, какие инфекционные заболевания. И растение тоже это как живой организм, как у человека. Поэтому несколько видов это связано с грибковыми заболеваниями и другими, около 4 видов заболеваний. Но учитывая то, что в прошлом году у нас остались резервы, уважаемая Лана, резервы по борьбе с мраморным клопом коричневым, мы в этом году, используя те резервы, которые остались, мы в этом году уже приступили, не дожидаясь помощи с российской стороны, приступили по Гальцевскому, Ткачевскому и Чемчирскому району. На следующей неделе наша группа выезжает. Создана комиссия в соответствии с распоряжением и приказом министра сельского хозяйства, распоряжением премьер-министра. Выделена сумма в размере 7 миллионов рублей. За 1 килограмм собранного клопа выплачивается 1000 рублей. Это мы вынужденная мера была. Почему? Потому что в прошлом году российская сторона проплачивала эту программу, этот проект, и поэтому сегодня мы не можем снизить ценовую политику, и мы нашли понимание, выделено 7 миллионов из-за бюджета Министерства сельского хозяйства Республики Абхазия. Амиран Кроме Георгиевич. Того, это будет очень прозрачно. Мы обратились в письмо Министерства внутренних дел Республики Абхазия, чтобы выделили работников, сотрудников центрального аппарата ОБЭП МВД Республики Абхазия. Сегодня мы имели телефонный разговор. Два сотрудника будут включены в центральную комиссию. Один из сотрудников будет заместителем председателя нашей комиссии, а председателем комиссии будет один из заместителей министра сельского хозяйства. Амиран Георгиевич, скажите, пожалуйста, уточните, вы сказали о том, что есть резервы прошлогодние, имеются в виду химикаты? Химикаты по мраморному клопу. Uh-huh. Но я хотел бы отметить, пожалуйста, здесь разрешите мне уточнить ситуацию. Сейчас я здесь держу перечень мероприятий, uh-huh. направленных на обеспечение финансово-санитарного благополучия на территории Республики Абхазия в целях ликвидации угрозы распространения на территории Российской Федерации коричневого мраморного клопа в 2019 году. По этому перечню, эта программа, которая сейчас у меня, этот перечень,
Это согласовано с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. Здесь, например, скажем, механический сбор особи вредителя в местах зимовки. Иногда наши люди не понимают, и мы сами тоже, и российская страна, это новый вид вредителя, который появился на территории Республики Абхазия. Здесь больше мы сейчас информированы. Информирована и российская сторона, но мы каждый день сталкиваемся с вредителями, поэтому мы согласовали перечень, это можно сказать, и программ. Вот здесь он написано. Вот. До выхода из мест зимовки мы проводим это мероприятие до 30 апреля 2019. Механический сбор. Потом феромонный мониторинг. Расселение вредителей. То есть после 30 апреля 2019 года мы начинаем мониторинг. До начала массовой откладки яиц первого поколения вредителя. С 30 апреля по 30 мая. Это по тем наблюдениям, которые делалось, проводились в 2018 году. И далее по перечню идет, и мы заканчиваем. Вот, их всего 6 направлений. И мы заканчиваем в 2019 году тоже механическим сбором особей вредителя в местах зимовки. Вот, это период зимовка окончания 30 ноября 2019 года. То есть мы приступили, значит, к механическому сбору с 4 марта 2019 года. Мы на совещании 1 марта с Минсельхозом Российской, с представителями Минсельхоза, здесь в Сухуми, в Абхазии у нас, мы дали старт, и в 3 районах мы приступили к механическому сбору. Амиран Георгиевич, да. По поводу механического сбора, ну, я так полагаю, вопросов нет, всем известно, как этот процесс проходит, да. Но при всем этом у меня другой вопрос. Часто из районов поступает информация следующего рода. Вот вы говорите о том, что существуют резервы химикатов, что резервы еще с прошлого года, но в прошлом году жители сел и районов сталкивались с ситуацией следующей. Обращаясь в администрации районов, им заявляли о том, что этих химикатов нет в наличии. При этом, опять-таки, в восточной части нашей республики, в некоторых районах, эти химикаты обнаруживались в наличии, там, в продаже и так далее. Прокомментируйте, пожалуйста, эту ситуацию. Мы, кроме информации, она имеет право существовать, но хочу сказать, что кроме как бы финансовой помощи из Российской Федерации, частные лица тоже занимаются завозом этих лекарственных препаратов. Часть лекарственных препаратов заходит к нам из территории Республики Грузия, по той информации, которой мы обладаем. Людям и крестьянам тоже раздавались. Они не применяли эти адохимикаты, они до сих пор тоже находятся у них в руках. Мы, люди, должны быть приземленными. Возможно, что имеются такие факты. Но при этом мы будем стараться пресекать такие вот моменты, которые, если они в этом году будут осуществляться. Те препараты, которые к нам поступают, они будут заактированы. Мы не просто так их не принимаем. Мы их просто так тоже не можем принять, потому что эти лекарства не очень дорогостоящие. Вот. То, что мы получим из Российской Федерации, они соответствующим образом будет комиссионно проведена акт приема-передачи. Когда мы будем проводить опрыскивание, займемся опрыскиванием, здесь будут находиться специалисты из Минсельхоза Российской Федерации. По крайней мере, такое пожелание есть у них. И поэтому Мы максимально постараемся, чтобы этих фактов не было. Но еще раз хочу обратиться к нашим телезрителям. Если таковые факты имеются, прошу вас, не надо бояться. Обращайтесь в Минсельхоз. Есть соответствующие службы, есть Министерство внутренних дел, Генеральная прокуратура на местах. Надо давать информацию. Почему? Потому что мы должны осознать,
что мы имеем дело с ядохимикатами. Это не просто так сегодня человеку отдал, крестьянину, иди брызгай или опрыскивай. Ни в коем случае нельзя этого делать. За этими ядохимикатами должны находиться специалисты. Там определенные дозы должны быть. Это идет, значит, есть такое понятие, как баковая смесь. Вот. Крестьянин может сам, скажем, полить один куст, там 10 литров баковой смеси. Этого нельзя делать, потому что есть определенное дозирование. На одного, значит, вот ореха фундука, как нам специалисты говорят, фунгицидов надо с баковой смеси 1 литр. 10 литров поливать нельзя. Почему? Потому что там меньше эффект. И поэтому есть такие моменты, которые сейчас, в связи с тем, что время у нас ограничено, но этими лекарствами будут сопровождать эти лекарства специалисты. Как есть у нас государственная служба по защите растений Министерства сельского хозяйства, замечательные специалисты. И приедут, как я выше говорил, с Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, и мы будем максимально поставить. Идеально, что все будет, я не могу вам говорить, потому что мы должны понимать, что мы в прошлом году тот опыт, который мы в этом году, мы будем все это приумножать. То есть создается уже опыт работы, как это все проводить. По той информации, вот из Тварчалского района, все, вчера и позавчера работали, люди ходили. К счастью, чтобы эта информация подтвердилась, они нашли точки зимовки, вот, места зимовок этих клопов. Как они определяют, визуально пока, в этом году в этих местах меньше особей они обнаружили, и поэтому будем все делать для того, чтобы мы минимизировали нахождение коричневого мрамового клопа в Республике Абхазия. Уважаемая Лана, уважаемые журналисты, хочу вам сказать, мы нуждаемся в помощи. Мы об этом говорим российской стороне, нашим коллегам, нашим друзьям. Они к нам относятся с пониманием. И самое главное, нам доверяют, мы входим в доверие, вошли в доверие к этим людям, и они понимают опасность. Если мы не остановим здесь клоп, если мы здесь не проведем соответствующие мероприятия по борьбе с мраморным клопом, мраморный клоп будет и на территории Российской Федерации, и с территории Российской Федерации в другие регионы. И поэтому это не только проблема для Республики Абхазии, это наша общая проблема. Спасибо, коллеги. Да, пожалуйста. Амиран Гергипашара ихет мармалташ бта ярбан пхасто акатан хамё янато. Араса яхва ачимазара ахуштра шишпазни ярбан чачаку ихидышкуларц хуйто. Хара абрия кызаджуки шаспац истаху яха апсны Абрейд позагизаге таасферил тасхаба кыта ядхала хоб ядхаланге азарак хоба уйдмэджзу. Араса ядхалана проблема ицфирцас, ахадзгылара дудзатаху. Убрезахана хара яцы, абрей айта специалист фабрику, мушка крыла, контракт ахнапыз зцахвиз, амзэ фибамат захушталара не абабра. Убри хнызги ктара исхода бержи. Апсва, кыт апсон хави, ханимыцхра апсон хави да нықамла. Хунткара цфяахот, хапсвара ги цфяахот, а кытан хамю яд гылат бубрезахон. Харай халшу зик ахцотаха, рабхе зир гылан, дара хара зиги зик, дара хара хуни азым. Ацхара ара гудзани хартару, ацхара ара хазаху брёб хара, ярбан цхара ха хайлырка ару бяхпархагам хару. Ой, хаб ахуя ахгу бержи, контракт ханапыз захвиз. Жох миллион и ханепсо. Уи знак пиараса я купет хан я ходзо. Я разнза, а расом хуштуроб обрежи кочим азара пари, а раса рабс нема цара гудзим кртпул икоб, турктул икоб, Италия икоб араса. Уаха чим азара галэйште гудзо добра, этах кисхиархон абри эфир, и спортистах убрёб, и шугала шума шуксквак,
Абрапсна расахуштицен и бзене, а на расаше и ниже бамат, вишме, атерканзе, сараскатую, покатую, и собовое, убризок, але абрать зиштицеха на зараге, на сарасе, и тузи вдруг туркнула, абрижа очима за руку, бревею и рылован. Убризок изыгя, я набжис, абснос, а не майдзаться с двумя чима за руку. Ахуштицит. Абрижарей та агону, сарабрижис, мачистоху, шахарцтоху, бзеги, хатюрскуан, хатра, хаважла. Абрижа, Шереш Дрой, это трактор, прискиватель, бакхан, за что бред сорвано. Псни хаму маджзам, убрать гяурс фехартит, ванзик, он вяхат сырарагара, уже так и аргит, цепхиш Дрой, и расшени хартит техника, трактор, убрать сыги цены, винежер, он заоб, псни хинзе назад. Убрать сыги зыги, ахуш знаку, то шланку зыги, хорошо, уйге пара таху. Я ахвахиди, шани рахтахид, а трактор для станции, ко машина МТС, пани зишто убрейхо, а брачи дарасихо, и так гис побрёк, а брия тракторист юхпса, а болтва татара, а бри дарадзе, и хитбе амтазахан, яхцу адойба, хан ткаран, а брац хара арахашт, убыс афсо жепханихо, ажлар арху, ажлар ируропхан, а хан ткаран, а бюджет хан дантамлад, я хваба кытан, хутаачарак, втаачарак, юйтонаги рхынза, ахушакуртара диказар, а трактор яго былтын зинзей маджзу, убрит яйцажин, яйдгылан, а реажит ва кытача советки, агзам, совет, амтад зырхан, яхиожиги, а кытача, ай хацгылар рыман, яйзаягун, адвимхынхар, яйцасмхан, яйдгылан, Бзанхарах и хон и цхраан, абра амаджзак, сфихот, хайлышка, абра цхра, хаштар цхтаху, бегирахи, ахуфе таху, техника, ашланг, насуя таху, аре арышт, зяма дзамыз, дуя ахут, хуй табрижи, сарей шас ход, яха кядзна, ярахгахед, яхшахед, ярахтахед, ара усзва, ва, апсва, аджгунфа, я валлай харти дахауи харада старый хари однос и яхгот. И табуб и дудзин хан гирас хан стахуб. А брай лейбак ара дудзин ахцаров. А риса раджизит виксарей стахуб хан снейным уси галадзон. А бас хуюк фиг жаюк ата ацварей цвашвидна. Ахуша куртла ахуша хан ткара хахи гит хари рахту. А бас я оба табила за аша избанзан. Ахуш гиритан ари балбгита туна. А не трактор, як тоги, ус звоих хлан, защит цена, уги, убриги, калькуляция от занихаму. Калькуляция от занихаму, бурт зиги зиги, МТС, кутишне, рубраш, кутишне, кадуб, а катан хача из гана, коллеги ме пагит, убрагает коллеги, это хала цавит, а риуса, министр хала, это хана, мамзерги, цавит, это хана, ри зиги зиги, штухтуб, с депсухамом коняха, обжара биогозер, бля солярка он заходит из топлива, винишь их помат, так что добжарят, винишь их помат. А риза катона, а солярка то хочешь бод, а риза гаса он ткар ан би ахони татона, и хей халша дзуми, халша бля. Хам та хорк шо рахине, вот журналист сума кяна и руму пастар, кой рахта пустим, шара Ольга Джона. Скажите, пожалуйста, а чем еще помимо борьбы с вредителями занимается сегодня Министерство сельского хозяйства? Насколько мне известно, в министерстве была программа по поддержке крестьян, занимающихся сельским хозяйством. Какая работа сейчас в этом направлении ведется? Спасибо. Очень сложный вопрос. Нам иногда кажется, что все так идеально, все так хорошо. Хочу обратиться к нашим дорогим крестьянам и тем людям, которые обращались с утвержденной программой по развитию крестьянско-фермерских хозяйств. Сколько денег было получено за последние 4 года? Именно бюджетных денег Республики Абхазии, Министерства сельского хозяйства. Мы не закрытая организация, мы обязаны говорить, давать всю информацию, которая есть в Минсельхозе. За последние 4 года было выдано немало денег. Это более 400 миллионов рублей. Хочу обратиться с вопросом. Насколько эти крестьяне, либо
люди, которые создавали крестьянское фермерское хозяйство, эффективно использовали эти денежные средства. Мы же всегда задаем вопросы государственным чиновникам, государственным людям о том, что вот ничего в стране не делается, вот почему так. А это государством не контролировалось разве? Да. Вот. И поэтому есть определенная программа, с вами я согласен, есть определенная программа, которая идет по развитию крестьянско-фермерских хозяйств. Проекты, которые идут, они многие приостановлены. Очень сложно контролировать все это. Очень сложно контролировать. И поэтому мы вообще предлагаем другой формат финансирования крестьянско-фермерского хозяйства. Хочу отметить, что я буквально третий месяц, как являюсь министром сельского хозяйства, сложно во всех этих моментах разобраться, но есть другие формы финансирования, субсидирования этих, развития этих программ. Вообще я склонен к тому, что нашим людям надо дать возможность, чтобы они имели доступ к банковской системе, имели доступ к деловым деньгам. Вот. Нам необходимо переходить к льготному кредитованию именно крестьянско-фермерских хозяйств для тех людей, которые населяют именно село. Вот. Но опять-таки по предварительным данным, у нас вот есть проекты, процентные ставки должны быть от 5 до 7% годовых. При этом нужен очень серьезный жесткий контроль со стороны государства. Есть такое понятие в соответствии с законом о бюджетном устройстве, в бюджетном процессе, как бюджетное кредитование. И поэтому вы говорите «Лана контроль», возможно, но мы должны понимать, что государство со своей стороны тоже доверительно относится к крестьянам. И поэтому надо подходить серьезно. У нас иногда... У меня лично складывается такое впечатление, что мы хотим от всего мира, от всей цивилизации оторваться и здесь какую-то модель придумать. Нет. Такие же государства, как Абхазия, по территории, по численности, они прошли такой же путь. И надо понимать, что у нас до 2008 года совершенно другие пути развития были. Мы в другом формате развивались. И с 2008 года у нас другие перспективы, другие горизонты появились. И за 10 лет построить государство и создать крестьянско-фермерское хозяйство очень тяжело. И поэтому мы не должны опаздывать. Шаг вперед, два шага назад делать ни в коем случае нельзя. И поэтому эта программа будет разработана до конца этого текущего года. Мы представим кабинету министров новую программу. Их может быть несколько, сейчас наши специалисты. И самый лучший вариант выберем, который примем для Республики Абхазии, учитывая нашу ментальность, менталитет наших людей. Поэтому мы стремимся к этому. Спасибо большое. Терехошца обряла их опеха пресс-конференция Хыркшоп, дочезны Гейшкуала Саршвит, Хаззара Куртак Шығайту, запсны кытын хамя министр Амиран Кекалия. Табу пеха хопшу зиге, я его хайкшу раганзам абзерас.